Привет, привет, мои прекрасные друзья. Мы с вами Техмаркет. Я почему именно сюда зашла? Исключительно для вас, чтобы вы знали, где и почем продается чайник. Тут две модели, а вот которая 95, я не знаю, куда он делся. Неважно, мы говорим о почти порцелановых чайниках, они фаянсовые. У меня такой стоит в деревне. Меркую еще вот о таком, но, наверное, сегодня не куплю. Я здесь только для вас показываю, где это. Сейчас выйду на Бургасплаза Мол, это второй этаж напротив магазина Каре, который закрыт. Специально выхожу для вас, чтобы вы понимали, где это. Вот, видите, Бургасплаза Мол, Макдоналдс. Стулья с чашками, Каре закрыто. А вам сюда, если вы желаете чайник красивый, ну, в частности, как у меня. Ну все, надеюсь, все поняли. Магазин хороший. Чайники видела только здесь. Вот как-то так. С чайником начали, с чайником закончили. Все. Они даже не будут понимать, кому давать откат, когда все люди придут покупать эти чайники. Ну все. Но вы-то знаете, кому давать откат. Обнимаю вас одесской любовью, чайниковой. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Юмор пытался быть одесским.